Объясняем, почему мы не в секте. Ну, потому что секта – это религиозная, политическая, философская или какая-то иная группа, отделившаяся от основного направления и противостоящая ему. А мы ни от кого не отделились и никому не противостоим. Мы не похожи на других не потому, что от кого-то отделились или кому-то противостоим, а потому что мы креативны, эрудированы, но проявляем это в рамках социальных групп, где находимся. Если речь идет о религии, то мы верим в Бога в соответствии с догматическим богословием, которое принято в православном христианстве. В отличие от большинства наших оппонентов, мы это самое догматическое богословие знаем, понимаем и очень любим. Потому что оно нам интересно, мы его изучали, причем по тем же самым учебникам, по которым учится современное духовенство в духовной семинарии. И обратите внимание, наши оппоненты, как правило, не критикуют нас по существу. Сравнивают нас с собой, видят, мы другие. Все. Ну так, все люди разные, на то мы и люди, чтобы отличаться друг от друга. Мы же не кирпичи какие-нибудь, чтобы быть все одинаковые. Мы ходим в православные храмы РПЦ и участвуем в православных религиозных обрядах, которые проводит РПЦ во главе с патриархом Кириллом. Поэтому нет никакого ни отделения, ни противостояния. Мы можем не соглашаться с каким-то священником или даже с самим патриархом по каким-то недогматизированным вопросам. Мы даже можем еще ошибаться в чем-то. Но это называется не отделение и не противостояние. Это называется частное мнение по конкретному вопросу. Даже если вопрос религиозный.